Руководитель городской ГИБДД Михаил Савенко, проезжая на патрульном автомобиле по улице Столяров, заметил бегущего молодого человека с пакетом в руках, что вызвало подозрение полицейского. Чувство не подвело стража порядка. Он услышал крик женщины с просьбой о помощи в задержании убегающего. Подполковник полиции бросился на перерез. Мужчина забежал между домами во двор. Было принято решение направиться за этим мужчиной. Заехав во двор, там был бордюр, то есть движение на автомобильно-патрульном. Дальше было невозможно. Пришлось догонять бегом данного гражданина. Подозреваемый был задержан в одном из дворов металлургического района и передан сотрудникам отдела полиции номер 2 для дальнейшего разбирательства.